Решено было верхушку чаши обрамить тем же геотекстилем. Резал полосы по полметра шириной, прихватывал понизу аквариумным силиконовым герметиком. Крепко держится, кстати. А потом кистью точечно промакивал геотекстиль, и он схватывался с пленкой на ура. Рассчитывая на использование пруда в качестве нерестилища, придумал такую штуку. Нарезали мы с помощником полосы по 40 сантиметров из зеленой садовой сетки. Вот такой вот. Привязывали ее жгутом веревкой, и получилась такая своеобразная гирлянда, куда затем я высадил семена газонной травы. Посмотрим, что получится. А где? Вот там лежат. Ну где, вот где? Он. Да нет, да, ну вот. Нет, конечно. Нет, ты бы ее. Вот. Все. Да нет, главное, чтобы вот тут, вот тут, в этом месте. Где мы базируемся с тобой? Да ты нет, отсюда ж кидаешь. Дольем вот туда хотя бы дольем. Вот там картинка такая. Мажу точками сквозь геоплатно. Прям поверх? Поверх, да, она туда пропитывается. И... А ты уверен? Да, я уже пробовал. Воду, конечно, надо будет потом спустить. Потому что катиться ей надо падать. Тут проклеено у меня аквариумным силиконом клеем. Гермит. Периметр заделали тротуарной плиткой 40 на 40. Залили водой, перелив работает, уровень выдержан. Так еще бы пользовался я лазерным уровнем, натягивая шнурок перед укладкой плитки. Можно было, конечно, воспользоваться водяным уровнем, но мне было комфортнее работать с лазерным. А я тебя снимаю.
Тебя снимаю. Ты что, усталость есть, правда? Да. Усталость есть, правда?